Высоцкий. Рассказ попугая пирата морей. Послушайте все, ого-го, эге-гей, меня попугая пирата морей. Родился я в 1000 каком-то году, банана лиановой рощи. Мой папа был попугай-какаду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, но папа Фернандо не мог отвечать, не мог, не умел отвечать. И чтоб отомстить от зари до зари, учил я 3 слова, всего только 3. Упрямо себя заставлял, повтори, карамба, корида и черт побери. Послушайте все, го-го, эге-гей, рассказ попугая, пирата морей. На шторм на обратной дороге застиг, мне было особенно трудно. Английский фрегат под названием «Бриг» взял на абордаж наше судно. Был бой рукопашный, 3 ночи, 2 дня, и злые пираты пленили меня. Так начал я плавать на разных судах, в районе экватора, в северных льдах, на разных пиратских судах. Послушайте все, ого-го, ге-гей, меня, попугая, пирата морей. Лет 100 я проплавал пиратом, и что ж, какой-то матросик пропащий продал меня в рабство за ломанный грош, а я уже был говорящий. Турецкий паша нож сломал пополам, когда я сказал ему «Паша, салам!» И просто кондрашка хватила пашу, когда он узнал, что еще я пишу, читаю, пою и пляшу. Я Индию видел, Китай и Ирак. Я Индии и виду, не попка дурак. Так думают только одни дикари. Карамба, коррида и черт побери.